Ночью в дежурную часть поступил звонок, что на улице 50 лет Октября группа молодых людей пытается учинить драку. На место ЧП к дому номер 6 выехали полицейские вместе с участковым. И близ его территории находились подозрительно молодые люди, у которых имелись в руках биты и металлические пруты. Участковый уполномоченный для предупреждения драки применил огнестрельное оружие путем предупредительного выстрела в воздух своего табельного оружия. Никто не пострадал. По данному факту проводится проверка. Известно, что драку пытались учинить из-за конфликта с цыганами, которые проживают в этом доме.